7 мая в России отмечают День радио. Глава Чувашии Михаил Игнатьев лично поздравил специалистов с наступающим профессиональным праздником. В Национальной библиотеке прошла выставка передовых организаций, обеспечивающих информационное вещание. Глава республики ознакомился с представленным оборудованием и услугами, отметив важность работы этой сферы в ногу со временем. Несмотря на свое название, День радио – это праздник не только радиоведущих, но и работников всех отраслей связи и радиотехники. Любовь Захарова заслуженно считает этот день своим профессиональным праздником. Во время награждения ее заслуги отметили почетной грамотой. Так как я работаю в Министерстве информационной политики и масс-коммуникации, и наш отдел внедрения информационных технологий занимается как раз актуальной на сегодняшние дни темы. То, что мы переводим услуги в электронный вид, система межведомственного электронного взаимодействия, когда органы власти, общаясь между собой, могут передавать документы в электронном виде. Утром у нас будет радио, а вечером усыпляет телевизор. Информационные технологии плотно связаны с жизнью современного поколения. Беспроводная связь, которая в конце 19 века началась с передачи всего двух слов, в начале 21-го растет в геометрической прогрессии. Идет век цифровой эволюции. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика.